What is happiness for you? Доброго времени суток. Проведем сейчас эксперимент по выращиванию мицелия опенка обыкновенного, которое я собрал в саду у себя на даче. У меня их там растет в огромном количестве. Сейчас мы посмотрим, как этот, что будет происходить с этими опятами, если мы поместим их в вот такой контейнер или аквариум, который я одолжил у своей дочери. Обычно мы его используем для содержания всего, что нам попадается под руки или в руки. Наши исследовательские разные ящерицы, ужи. Так, теперь что я сделал? Я добавил сюда немножко, чтобы здесь было влажно, добавили просто воды. И возьмем вот эти опята. Вот мы здесь их будем садить. Сделаем такой красивый натюрморт. Я что-то думал там обрабатывать там этот контейнер, еще что-то изобретать. Ничего я не буду делать, потому что у меня нет на это времени. Это такой эксперимент чисто познавательский. То есть особо мы не ждем от него каких-то результатов. Просто помещаем сюда плодовые тела. Накрываем крышкой. Здесь они, в принципе, там могут дышать. Не знаю, не будем там делать. Там и хватит там какого-то парникового эффекта. Не знаю. Будет у меня время, может, поставлю штатив и камеру, буду снимать. Как они простраивают, естественно, было бы хорошо. Но плохо только то, что нету хорошего места для такой вот съемки. То не знаю, насколько там будет время что-то снимать. Ну, значит, вот, или видео сниму чуть попозже, как будет разрастаться мицелий. Ну, конечно, эпопея была бы просто фантастическая, если бы все-таки это снять пошагово на камеру. Хорошо, оставляем их в покое и ждем дальнейшего видео, как это все будет расти.